вплотную, да, к чуваку вот так вот снимаешь, типа. Ага, ага. Долбани руки крупно. Просто кайф. Быстро возьмем рубашки, футболки. А, или может рубашки посмотреть. Короче, у нас новый проект, и новый проект необычный. И нам необходимо что-то из одежды, что-то прикольное такое, яркое, чтобы выделяться. Точнее, не выделяться, нам по сути нельзя выделяться. И чтобы не выделяться, нам нужно что-то яркое, стебное. Слушай, ну вот это кайфово. Осталось 50 минут, да, у нас получается? 50 минут и ехать 55. Но мы никогда не опаздываем. Опаздывать это вообще... Это вредно для здоровья, это во-первых. Вредно для здоровья, потому что у нас самые главные заходные кадры, это как раз таки, где они выходят с автобуса. Привет. Да, привет. Привет, привет. Хочешь парик тебе розовый дам? Давай пойдем посмотрим. Есть. Нет, я пишу. Так пойдем посмотрим. Да? Аня, где у нас парики розовые? Парики не один, а там только розовые? Не, жарковато будет, я думаю. Я сам сниму потом. Это я так... Ну это что-то слишком... А, о! Все потрясающе. Спасибо. Ну это не трешак? Ну что, наша задача – снять, как выходят гости из автобуса. Это знаменитая питерская традиция. Но, правда, эта традиция, она приходит к этому. На стрелку Васильевского острова гости выходят из автобуса, на стрелку Васильевского острова. Вот, кстати, что интересно, тоже, если посмотреть рев, нет движения кадра влево-вправо. Да? Ты смотрел? Там просто прямые такие кадры, и по большей части много статики. Получается, надо по большей части статику наснимать, такую статичные кадры, но прикольные с этими, с прикольными планами. А мне это тяжело. Пьют нормально, хорошие ребята, вот. А вот граф, вот такой парень, вот. Жалко оделся, взял же шипы. Вот такой у него торс, вот. Здорово. Все думали, о, здорово. Здорово. Так, ну что, с бензой все? Нормально. И налево-направо смотрим, машем. Все шикарно. Ну, мне вот этот парнишка в очках, это просто топ. Это топ. Да, это топ. Смотрите, есть декор, куча декора, да? И если вы его не отснимете, то будет плохо, потому что в какой-то момент может прийти заказчик и сказать: а у меня стоял грибок вот в одном месте, почему его нету? Да-да, не удивляйтесь. Я хотел этот грибок, я этот грибок руками всю ночь делала, и у меня было такое. Поэтому прям по максимуму, вообще все по максимуму. Вот. Это очень странно выглядит со стороны. Я понимаю. Но если бы ты так... Ну ты фоткаешь мой бокал. Да. Если бы ты так классно не оделся, то к тебе бы не было претензий бы. Да, вопросов бы не было. У меня еще такая невеста, потому что в одной серии. Юленька! Юленька! Дорогая, правильно говорить, она не откликается на Юленьку. Дорогая, через неделю. А, тогда Юленька! Вот, вот, вот. Смотришь перед собой. Давай попробуем сделать глоток. И на меня взгляд надменный такой. Давай еще. И давай. Взгляд на меня надменный. Угу. Ребята, ленинградские грибы всем советую. Очень хорошо помогают. Во-первых, им можно раздувать мангал. Можно закрыться от солнышка. Очень-очень нужная вещь. Ленинградские грибы. Приезжайте к нам. Ты не ешь грибы? Дорогие друзья! Привет.
Второй ходит, второй ходит на одну, да? Да, сам, нет, он уходит под себя. Нет, нет. В некоторых случаях. Сколько вам еще лет? Мы недолго не выдержим. Буквально 3 минуты. Так точно. Танцуем дальше. I'm a flamingo. I'm a flamingo. Раз, два, три. Опускай. Давай. И еще раз. Да. А кого мы имеем? Да! Мы пики! Мы пики! Мы пики! Мы пики! Да! Что-то вообще спотел, короче, не знаю, спасибо. Рваные кадры наснимал. Как у вас настроение? Все отлично, шикарно. Сколько времени? Чем вы занимаетесь? Без 15:10. О, прекрасное время, самое время отправляться играть в шахматы. Вы готовы? Я всегда готов. О, кстати, а какая у вас связь? Чешир Телеком? Продлили сегодня план, да? Волшебный. По наофону. Вот это да. Главное, звоните Абсалему вовремя. Он не любит, когда его будет. Кстати, я там видела... Вы в себе? Я? Я в себе. А вы хотите выйти из себя? А когда возвращаться будете, звоните. Чешир Телеком сегодня особенный план. Скидка, как всегда, для новых абонементов. Прекрасно. Итак, Крести, вы готовы? Я вас жду. Один... Про детальки, которые я говорил. Поэтому вот лучше всего, конечно, все пилить по максималу, каждую мелочушку. Возможно, это к чему-то отсыл. Если его это не будет, потом спросят, а ты скажешь, а я не снял. А почему не снял? У тебя было 5 часов на то, чтобы это снять, а ты не снял. Поэтому чем больше наснимали, тем меньше вопросов в дальнейшем. Сейчас идет вручение подарков, которые мы начали снимать там, да, и это вручение будет, ну, каждому гостю, сколько, ну, минут 20-25. Стоит ли это снимать целиком? Вопрос. Ну, что я хочу сказать. Сегодня 13 августа 2024 года. Мы на прекрасной свадьбе. Тематика сегодняшней свадьбы «Алиса в стране чудес». На самом деле гости настолько подготовились, что просто кайф. Каждого гостя, если показать, посмотреть, рассмотреть отдельно, это просто кладезь каких-то таких людей. Это очень редкая история. Обычно, когда дают что-то такое, задание, типа всем гостям одеться, ну это просто трэш какой-то, трэш просто. Там футболку оденут и такие, все, счастье, полные штаны. А по факту вот так вот, чтобы хоть кто-то вот так вот собрался, да, оделся, ну вообще такого не было никогда, не видел даже. Поэтому это прям кайфово. Короче, смотрите, играет группа, они играют на балконе, мы снимали снизу, сейчас мы идем снимать... Прошу. Сейчас мы идем снимать Пикачу. Фу. Мы снимали... Короче, мы идем на балкон снимать группу уже с балкона, и кадры сверху, как люди танцуют, это будет охеренно, потому что кадры, как выступает группа, это важно. Крупников у нас нету, а снизу там ракурс у них вот так вот поперек пилит, они далеко отходят. Ну, посмотрите по кадрам, они далеко отходят, и, соответственно, по грудь. А нужно какие-то крупные кадры, где они танцуют что-нибудь. Лунная походка. Ну что, усадьба просто, просто охрененная усадьба, вы посмотрите.
самом деле мероприятие почти заканчивается. Сейчас вынесу торт, мы его отснимем и поедем домой. И сегодня что-то желание прям посидеть, помонтировать. Я не знаю, смогу ли я смонтировать сегодня. Но, блин, материала очень много. Забили, наверное, гигов по 300. 300 из двух камер, почти 0.5 терабайта забили материалами. Каждый из гостей просто открытый на все 100%. Каждый пытается на камеру отыграть что-то. Никого мы вообще не заставляли. Там пару раз, может, было что-то такое, что мы типа попросили еще раз чокнуться, но они вообще отыгрывали на все 200%. Каждый. Такие мероприятия по большей части и ложатся в копилочку, да, которую ты показываешь клиентам. Как бы снимая там 100 мероприятий в год, да, ты выбираешь там, ну, мероприятий 5-10, которые прям вот четкие тебе зашли и тебе понравилось. И вот это, наверное, одно из тех мероприятий, которое попадет в копилочку. Поэтому давайте посмотрим, что там получится. Я не знаю, что получится, но будет просто бомба. Ребят, на этом на сегодня все, мы закончим. А следующем выпуске вы увидите день рождения просто сногсшибательное, я вам обещаю. Просто кайфей.